остальное что-то вот. Firefox мне что-то как-то больше нравится на компе. Гораздо. В последнее время. А ты никаким пользуешься браузером, ты говоришь, от Chrome OS? У меня Mozilla Firefox, вот, который не отключен рекламой. И Opera. Пользуюсь я Opera. Вот это приложение, которое отказывается работать в случае, если устройство полный блокировщик рекламы, я захожу в него через Mozilla. Ну вот да, это нормально. Мне просто по работе вот очень часто нужно в разных браузерах смотреть всякую хрень. И вот я заметил просто, что иногда... Раньше гуглевский браузер позволял тебе много. Там настроить чего-то там еще. Сейчас это все запрятано где-то в заднице, и ты даже кукисы почистить быстро не можешь, блин. Еще Франко был в Испании. Почему я это говорю? Потому что в Испании Франко посмотрел и сказал, что это за хуй. Убрать хуй. И там вышла обложка другая. Да, безмолвие. Я читал это. И подожди. Там, по-моему, в куче мест вышла другая обложка, не только там. Нет, по-моему, это было в Испании. В СССР она вообще не вышла. Ну, как бы да. СССР, Машина времени уже, наверное, была. Не было. Не было? А, ну в 70-е годы, да, еще не было. 10 лет как не было. Ну, был какой-нибудь ансамбль заслуженный, там, не Ленина. Кобзон был. Вот Кобзон был. А, Кобзон был, да. Он был всегда. Всегда будет. Он торчит от Кобзона, он жалеет Муму. Thank you.
Это же дичайшая попса. Но это забирает. Это пробирает. Что за забыл? Я понял, потом. С этим котом вообще не наблюдалось никогда. Сам Фиджеральд скупал оставшиеся экземпляры, да? Потому что он не был коммерчески успешным. Даже в одном из моих любимых фильмов «Гений» это было отражено. Да. А, ты, так ты его не смотрел, в отличие от Дини. А Дини вот смотрел, а ты не смотрел. Я думаю, то есть, кто там подразумевает вас? Твое увлечение музыкой было поддержано вот таким образом. Это первый кирпич, мое обучение. Да, я так и понял. Причем правильный кирпичик, мол. Вы тебя не купили какую-нибудь там? Что там? Новую куртку. С сапогами. Нет, с караклотом. Я не вижу музыку. Что
Что все тогда брали? Ламбадов. Вейган Мин одобряет. Да. Это точно. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me on your back. Был у них в живом концерте, очень доволен. Как они называются? Это же было. Это же было уже. Было, наверное, я уже не помню. Это насчет другой уже восточной религии, которая называется иудаизм, который он, собственно, исповедует. Ближней восточной религии, точнее. Ну, в общем-то, в некотором смысле христианство это тоже изначально была некая ближневосточная религия. Подраздел иудаизма. Вот сейчас будет. Ну да.